Вандалов, учинивших погром спортивной площадки в сквере на улице Советской Армии, привлекли к ответственности. Хулиганы были задержаны полисменами спустя 2 недели после происшествия. Молодые люди, обитатели одного из подвалов близлежащего жилого дома, свою вину полностью признали и от ответственности ни в коем случае не открещиваются. Значит, в настоящее время по факту повреждения данной детской площадки проводится проверка. Ряд граждан, которые причастны к повреждению данной площадки, в настоящее время установлены. Данные лица изъявили добровольное желание оказать помощь в восстановлении данной детской площадки, так как это повреждение повлекло за собой большой общественный резонанс. И благодаря своевременным действиям правоохранительных органов, данные лица были установлены, и в настоящее время по данному факту проводится проверка. Хулиганы, взяв в руки инструменты, отправились в сквер исправлять, так сказать, ошибки своих нетрезвых бурных будней. Конечно же, под строгим присмотром сотрудников полиции. Само собой, эта мера не является полноценным наказанием нетрезвых хулиганов. Что с ними будет дальше, мы наверняка узнаем в ближайшем будущем.